Добрый день, мои дорогие зрители. Меня зовут Юля. Я флорист, дизайнер украшений. Ну а вы у меня на канале. Добро пожаловать! В этом видео я познакомлю вас с одной очень красивой творческой свадебной съемкой. Провели мы ее на озере Гарда. Все оформление я сделала из сухоцветов с небольшим добавлением живых цветочков. К этой съемке я готовилась и все свои приготовления сняла на видеокамеру. В инфобоксе я залинкую такие мастер-классы, как букет невесты, который я сделала для этой съемки, композиции на стол, бутоньерочки, которые были использованы как бутоньерки для жениха, то же самое бутоньерки для стола, бутоньерки для раскладок. Но это одно и то же, то есть я покажу, как я их делала. Ну и также среди этих мастер-классов будет мастер-класс по декору торта. Для образа невесты мы выбрали воздушный небольшой гребешок, в котором были цветочки из полимерной глины. И также этот материал был и в сережках. Не буду долго затягивать. Наливайте себе вкусный чай или кофе и давайте приступать к просмотру. Thank you.
волшебство у нас получилось. Я очень надеюсь, что вам понравилось, и вы провели свое свободное время со мной не зря. Хотела бы сказать, если вам понравились аксессуары, использованные в этой съемке, вы их всегда можете приобрести в моем онлайн-бутике на Etsy. Ссылки на них я оставлю в инфобоксе. Также у меня есть особый плейлист, где я собираю подобные видео со свадеб, общие видео со свадеб. Если вам будет интересно, какие красивые свадьбы мы оформляем на озере Кома, на озере Маджоре, открывайте этот плейлист, он также в инфобоксе. Я попробую пустить активную ссылочку вверху экрана и наслаждайтесь. И совсем недавно у меня появился еще один канал, где я стала блогером. И я делюсь на нем своей бытовой частью жизни в Швейцарии. Он очень живой, динамичный, видео там выходят очень часто, потому что они легкие и они жизненные. Просто про нашу жизнь здесь, то, что мы делаем, какие покупки совершаем и так далее. То есть очень легкий. Если вам будет это интересно, тоже, как всегда, этот канал я залинкую в инфобоксе. В любом случае, открывайте инфобокс, и там вы найдете всю необходимую информацию, все необходимые ссылки, которые могут вас заинтересовать. Я же с вами прощаюсь, желаю вам прекрасного дня, как обычно, отличного настроения. Буду рада вас видеть в числе своих подписчиков как на этом канале, так и на личном. И увидимся в моих следующих видео. Всем пока-пока!